времени суток. На несколько дней мы выпали из графика, немножко нарушились наши планы, так как мы заболели и достаточно серьезно протекала болезнь. Тяжело, на несколько дней нам просто пришлось сидеть дома. Но ничего страшного, сегодня милость Господа Бога с нами, Он дает здоровье. Да, еще не совсем оклемались, немножко болит горло и так далее, но работать уже может. Друзья, в первую очередь хотел поблагодарить всех вас за то, что вы есть. За то, что вы переживаете, думаете, за то, что молитесь, благословляете. И помогаете вместе с нами людям, которые имеют в этом нужду. Буквально на несколько минут я заехал сейчас сюда для того, чтобы разгрузиться, загрузиться. Люди уже ждут и люди нуждаются в помощи. Нет, я не еду сейчас далеко, на границу с Украиной или в Польшу, где есть приграничные участки с Украиной. И не везу туда гуманитарную помощь. Дело в том, что там очень много людей уже постарались, и в церквях, которые рядом с границами находятся, в миссиях, на складах уже даже нет места. Вот. Да, это благословение, и теперь нужно думать, каким образом можно будет все это доброе теперь переправить дальше. Вот. Но у нас на данное время возникла следующая необходимость. За последнюю неделю... или, наверное, может быть, полторы. Мы побывали несколько раз в лагере. С некоторыми людьми познакомились. И некоторые картины увидели. Дело в том, что сейчас, оказывается, помощь от государства тем, кто мигрирует, тем, кто переселяется с Украины в Германию, с России некоторым людям тоже может оказаться помощь и поддержка и так далее. Помощь оказывается, и помощь большая оказывается, но еще очень-очень много людей, которые приезжают и прибывают сюда. Скорее всего, помощь будет оказана всем, но в данный момент очень много людей ночуют в палатках, в которых очень холодно. До сих пор температура в Германии падает до минус 1, 2 и 3 градусов, бывает ночью. Поэтому это достаточно неприятно. Да, палатки отапливаются, еду поставляют и все такое. Но если сейчас у нас есть возможность, у вас есть возможность принять кого-то к себе, у вас есть комната, возможно, целая квартира пустует, то это можно сейчас сделать. Это первое. Второе. Людям нужно закупаться. Государство не сразу выделяет социальный пакет. На это требуется время, и чем больше людей имеют в этом потребности, тем больше времени на это будет требоваться. Поэтому на данный момент люди нуждаются также в продуктах здесь, в Германии. Это второй момент. И третий момент. Не все, но многие семьи приезжают сюда ни с чем, и им нужны одежда. Одежда, обувь и другие вещи, которые потребны нам каждый день. Зубные щетки, зубная паста, полотенца и другие вещи. Вот, поэтому так складываются обстоятельства, что все больше и больше мы знакомимся с такими людьми, которым нужна такая помощь. Поэтому, друзья, продолжаем помогать, продолжаем действовать. И продолжаем проявлять любовь друг к другу. Агапы. Thank you.
Так, закупился. Два рейса сделал. Сейчас отправляемся на перевалочную базу, так сказать. Чтобы все рассортировать, паковать, то есть, и уже готовить машину к отправке. Вот, везде, где только можно, лежат продукты. Ну, в основном, продукты питания, продукты личной гигиены. Вот. Да, в магазинах. И не сказать бы, что вообще ничего нету больше, но реально кончаются. Кончаются мука, макароны, рис. Ну, по крайней мере, дешевых товаров уже нет. Остались дорогие. Вот. Там, где масло стоит, рапсовое или подсолнечное, написано, что только две бутылки можно брать. Но, по сути, там брать уже нечего. Вот. Поэтому сейчас нужно будет срочно заказать это все дело через интернет, если еще получится. Вот. Ну и как-то будем двигаться дальше. Бог дает жизнь, слава ему за это. Будем использовать ее со смыслом и по назначению. Вот это есть всемогущий Бог, и он всегда за тобою смотрит. Поверь мне, друг, ты не одинок, и боль твою он утешить сможет. Он Творец, всемогущий Бог. Вот это есть всемогущий Бог, и он всегда за тобою смотрит. Поверь мне, друг, ты не одинок, и боль твою он утешить сможет. Он Творец, всемогущий Бог. Он твой Отец, всемогущий машина отправилась с продуктами, с посудой, с вещами первой необходимости, гигиеническими вещами. Друзья, что я могу сказать? Это милость Бога. Милость Бога, что мы сегодня находимся в другой ситуации и можем, пользуясь этой ситуацией, помогать другим людям.